Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю FFA сериал за инков в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если я ничего не путаю, из новых цивилизаций и лидеров, которые появились в дополнении Gathering Storm, я вам в игре не показывал только инков, так что постараюсь исправить это досадное упущение. Напоминаю, что серии будут выходить каждый день, а спонсоры канала могут увидеть их во вкладке сообщества все прямо сейчас. Спасибо им за поддержку. Пожалуйста, воздержитесь в комментариях от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Приятного вам просмотра. Где вообще ты конфой там осуждаешь? Смотрите, у меня офигительный ничего. Старт за... Да, ну, ладно, офигительный ты, в кавычках. Хотя бы горячие клавиши работают. Что это, блин, за... Ну, хоть, слава богу, тут дальше нету особо тун... Но место, конечно, трындец. Что это за старт? Да, интересный старт. Надеюсь, тут хоть гора, двух пшеницы, и тут двух риса. И тут я смогу кампус поставить. Ну, у тебя аккуратно. Блин, а тут-то надо коммерческий район ставить, а не кампус. Эта пшеница сгорит, тут же рядом вулкан. Блин. О, господи, вот у меня интересный старт, это ужас. А чё нету? Охренеть, тут еще и вулкан. Эйки, вы где? Блин. Еще тут такая низина. Охренеть. И никаких ресурсов нету. Прям, ну, в смысле, вот прям рядом, чтобы можно было обрабатывать, вот, когда мать, поставил город. Что за низине? Прям варвар, блин. В двух тайлах заспаривают. Трындец. Ну, я не хочу сюда идти. То есть, конечно, тут река. Я думаю, что там вверх за горами можно будет кампус поставить для этого города. То есть здесь не хочется мне кампус, тут скорее коммерческий район, ну, то есть треугольничек с гаванью тогда, вот это вот все. Блин, ну. Не, ну вот, все равно. Да. Играя на рандомной карте с рандомными этими нациями, тоже есть. Ну да, там как попадет, как повезет. Просто устаешь, ну, вот, от стандартных этих пангей. А там же было у вас что и случайно, мы же на архипелаге, да, вот где-то? Ну, я бы сказал, что это континент. Да, это были какие-то два континента. Еще потому два что четыре нации на одном, получается. Блин. То есть вот забавно на этом континенте тогда, Нуна... Пять наций. Вот на этом континенте никого нету. Стороны, то есть там никто не появился на нем. Шумер с другой стороны, с небольшим узким проходом. И скиф у себя на отдельном континенте. Да. Морячок, заканчивай. Я загружаюсь. Ты еще дружишься? Нифига себе. Да. Сами с ними справляйтесь. Боже. Какое я себе место запорол. Еще и Килиманджаро. Блин, мне придется в Золотой век выходить. Потому что я явно город рядом с Килиманджаро поставлю где-то. Вообще город. Сейчас еще монументами. Ой, монументами. Разведчиками а понахожу всякое. Да. Немножко пустыни, немножко луговых холмов, да. Немножко желтых, ну, немножко зеленых холмов. Это хреновый. Мне не нравится вот такое начало. Елки-палки, вот за в какой старт за Голландию у меня идет, всегда у меня эти желтые поля. Где мои? Еще один континент. И из-за этих гор я, кстати, не могу увидеть ГГшку. Я вижу ее границы за. Охренеть, третий ход, а я уже три континента нашел. Как вам генерация? Причем в тундре. Ну. Это ж весь. О, Килиманджаро уже. Это одна из тех историй, когда один континент очень большой. Очень маленький. Мне сразу вспомнилась эта песня. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. И ни день, ни два. А может год. А дофига. Слушай, тут горы, а вот ГГшка культурная. Слушай, у тебя вообще выход будет? Тут еще, боже, знаете, все горами я выйти не смогу. Ё-моё. Так, то вот тут надо будет, наверное, город ставить.
Не, вот тут прям, где у меня этот стоит дуболом. Нормально. Кстати, вполне. Да, но только вот жалко, что я эту ГГшку сейчас не могу... О, есть, встретил. Очень хорошо она прошла. Здесь вот горы. Да, вот тут город ставить. Тут, получается, кампус будет. Здесь можно гавань. Да, нормально. Да, кстати, получается, в той игре на шестерых 4 нации были те, которые вечно в бане сидят. Я же говорю, вот почему интересно. Вот играешь, да, 3-4 игры вот по стандартным правилам, да, и в комьюнити играешь, а потом все-таки надоедает, надо как-то немножко отвлечь. Особенно было интересно фолка играть. Не говори, блин. Ну, горы, это нормальный, позвали, конечно, инковский шел, старт с горами, вот это, но... Плохой старт, и тут... Вот эта тундра для столицы, это какой-то ты, трындец. Ты, если видишь студента в соседях, ты готовься к войне. Проход ко мне в одну клетку. Да в см... Все, я на тебя обидел. Меня из-за тебя... Половина местного комьюнити будет считать вообще окончательным аппаратом. Что это такое? Со мной теперь дружбу не дружат, если я беру религиозную нацию. Мне тоже... Потому что многие пострадали от религиозной победы. Мы. Да, кстати, жалко, что артист я не смог выложить ту твою победу, потому что патч вышел с тех пор. То есть получается... Прошло. Там была интересная игра. Да, да, хорошая. А я ждал. Хотел ЧСВ свой потешить. Так, давайте пока мастерство начнем. Нет. А я всегда снимаю. Хорошо. Была игра одна... Вот буквально перед выходом патча. Я же думал, патч выйдет, знаете, в середине апреля, а мы тогда играли, по-моему, как раз вот в конце марта, и он практически на следующий день вышел, как мы сыграли. Там артист религиозной победой да. Закончил игру. Кто-нибудь видел Карпаты в песках? Конечно, каждый день. Есть. Это же лошадки, знаменитые горы из песка. Блин, мне надо было Краков. Блин, может мне... Знаете что, давайте я мореходство обработаю. Мне надо янтарь. Блин, а для янтаря... Прикольно, Польша в пустыне. Да, мореходство. То есть построится три хода, потом я дойду, обработаю лошадей туда на янтарь. А, лошадей... Пшеницу, янтарь, все нормально. Ну, у меня есть две лошади на старте. Есть. Ну, судя по вашим этим, то, что вы говорите, тут у всех очень такой странный старт. О, я Азию нашел. Ну, у меня старт действительно невероятно странный, если честно. Так, там кто-то Азию нашел. То есть где-то внизу вот тут ходит артист. Блин, я все равно могу в темный век. Что-то ничего больше не находится. Пока. Так. Ну, я, наверное, этим скаутом побегу. Мне надо понять, как мне около... Тут-то я поставлю город. И он всегда тут поставится. Тут можно не спешить с этим городом. А вот остальное... Вот тут надо, конечно, бежать скаутом, смотреть, что тут внизу. Кордильеры. Ну, Килиманджаро хорошее чудо. Дает соседним клеткам плюс 2 к пище. Пустыня, это так еще и... Карпаты. Обогащает. Карпатами еще блендерская пустыня. Скауты. Здравствуй, Франция. Кто за ней играет? Здорово. Ты кто? Мне кажется, тут нужно уточнение по жизни или вообще. Да я не знаю, как сделать виджет, чтобы было видно Discord. Только...
В настройки Дискорда войти, там настройки оверлея сделать. И плюс там еще есть с играми, и там надо нажать на значок, чтобы он отображался в этой игре, разрешить ему доступ. Эти гончары, а ты если встретил горный. Француза, ты не можешь просто навести на того, кого встретил? Не, бывает, если вот новый человек, и ты по голосу его не знаешь, он с тобой говорит. Мне все новые. Мы с тобой играли, Владимир, неоднократно. Я просто думаю, что может мне тут, кстати, засвечивать, чтобы тут варвары не появились. Я бы лучше стоял здесь. А, то есть это прошлой неделе, это уже давние времена. Нет, это очень мало. О, блин, надо еще вспомнить, как эту... Я еще не все голоса. Мое улучшение, где ставить надо. Оно там дает плюс, так, пищу дает одно жилье за каждые две фермы террасы и плюс одну пищу за каждую соседнюю клетку гор и за каждый соседний акведук. Еще, короче, после настроек раздела overlay в настройках Дискорда надо зайти в game activity и там на выделенный Владимир, это далеко, назначить, нажать на значок, разрешить доступ оверлею. Вот тут оверлей? А где вроде это? Места какой? Есть, но где тут город нормальный Discord, поставить? Да, настрой. Так, дальше. И там есть настройки оверлей. И еще есть один раздел ниже, Game Activity. Вот туда в Game Activity заходишь, Game там Activity. У тебя будет показана, какая сейчас активная игра, Activity. И там будет красный Everywhere. Компьютер, значок компьютера перечеркнутый. Так, лошадки. А мне вот интересно, кто-нибудь хоть руинки нашел? Да, да, кстати, я еще ни одной не нашел. Есть я руинки? Я ни одной тоже не нашел. Есть, есть. Две штуки есть. Нашел. Я две штуки нашел. Ой. Пантеон уже даже взял. Вот, здесь хороший город у реки. Легенды пустыни. Ты бы видел это, тебе... Не, я тебе скрин не сделаю, потом после игры. Потом как-нибудь, да. Это жесть. Ну надо вот сюда везти прям. Вот тут город отличный будет. О, блин, я не знаю, как тут играть. Вот молиться бы, вот это... О, это была бы песня. Ну, если у всех плохой старт, может, я стартанем? Ну, не знаю, ребят. В этом же интересно, как бы ты... Я тоже пока жаловаться. Я не могу, ребята, это только... Ладно, пока постою. Уже 11 ходов прошло. Это если бы в снегу родились. Я мастерство так открыл. Куда рестартует? Ну, в принципе, посмотреть на... Не пишут, вот что оверлей включен. Ну, и там есть горячая клавиша. Ну, может, клавиша. Надо в группе зайти. Там есть горячая клавиша включения оверлея в игре. Назначь себе определенную клавишу. А, все. Так. Ну, там уже не спешить с обработкой клеток. Пшеница мне тут пока как вообще. Брать эти имена туда. Ну, хотя табак будет требоваться. Вот там, когда нажимаешь эту клавишу. Купить еще одного горячую, скаута. Там появляется, он и можно мышкой. Да. Ну, вот это, конечно, инковские места. Вот эти горы такие изрезанные. Другое дело непонятно. Ну хорошо, вот я сюда ставлю один спасибо город. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, это понятно. Дальше. Вот тут вопрос. На месте скаута или прямо на лошадей я ставить? Я надеюсь, что меня никто не найдет хода до сотого. Пока я этой религии не накоплю, да? Да нет, тут просто такое местоположение, что меня можно просто прийти и забрать. Пустыня без холмов. Это вот хрен такой знает, честно говоря. Вот давайте думать. Ну, на лошадях, понятно, я ничего, никакой их районов не смогу поставить. Здесь этот плюс 2 дает. Тут камбус, например, здесь ставить, рядом с Килиманджаро. Но проблема в том, что оно будет извергаться постоянно. Этот Килиманджаро, оно постоянно действующее. И как-то мы обнаружили друг друга. Ага, я тебя понял. Не хочу отсюда уходить. Чтобы варвары не начали, не могли бороться.
то ты как бы хочешь, чтобы я начал строить? Что это вообще началось? Я ничего не хочу, я просто понял, где ты находишься. А ты далеко находишься? Думаю, далеко. Сейлор, тебе не надо строить. То есть тут в последнюю очередь я город, а тут он ставится без проблем. Владимир, нормально. Ты теперь вот меня понуждаешь точно куда-то строить. Я тебя вообще ни к чему не вынуждаю. Тут это у нас самый мирный раз, человек. Два, три, вот тут плюс пять кампус. Вот, теперь Владимир, вопрос, невероятно. Где мне поставить город, чтобы здесь вот плюс 5 был кампус? Только на оленей получается. Я вообще стараюсь развиваться. Мне никто не дает этого сделать. Ну давайте дружбу все куска, примем. Куска не... Ты мне ее не признал? Морские нации есть? Не дотягивается куска. Морские? Да-да. Да, вот тут, похоже, надо ставить город прямо на оленей. Ну, я себя могу морское причислить. И там будет вообще... Голландия. Зато станцию Амундсена смогу когда-нибудь построить. Да. Конкретно повезло, я там не возле моря вообще. Монумент я в очередь поставлю. Ну понятно, что... Понятно, надо пробовать в темный век все-таки выйти. Слишком медленно я вылазил. А сколько стоит клетку купить с ракет? Ну, значит... Да, кстати, у меня один люкс в третьем радиусе. Значит, шахту надо строить. Ну там Андетка пишет, что не проще пойти в фашечку. Мы точно не будем пытаться на восьмерых? Студент, ну, да мы уже начали, ну блин. Да все, все, я уточню. Ну, давайте проатакуем. Вот, когда у вас карточка на... повышение разведчиков, а у меня такая как раз стоит, то единственная атака уже дает этот француз, а где прокачку. А здесь я не атакую, потому что через реку, видите, что, какая... Что? Не понял. Далеко от тебя или нет? Ну, далеко. Долбанная очередь. Один ход потерял. Ну, это дебильно тут сделано, что надо включать кнопку очередь, чтобы ее поставить. Не знаю, внизу у меня побережье. Блин, я бы хотел все-таки обработать. Внизу справа, наверное. У тебя озеро. Нет, я хочу пшеницу обработать. Подождем денег. А от кума? Это кто говорит? Это говорит Владимир, говорит Вашингтон. То есть ты хочешь сказать, что ты внизу от меня? Да, от Парижа. Белый дом на свет. А ты на каком континенте, не подскажешь, пожалуйста? Кто спрашивает? Не хочу переходить на ту сторону пока. Рим. Рим, тебе не стоит меня. Не хочу еще сюда идти, потому что если я оставлю... Хотя, если я ставлю на том месте, где... Знаете, что, пойду сюда. Если я ставлю на том месте, где скаут, я так, не получу... Так, Владимир, ты, получается, сверху или от меня, да? Ну, эти очки что? Эпохи. А, Владимир, да, вверх, ты... вверх, да, вверх. Прям перпендикулярно. Да, да, да. Сбегаю сюда, вверху. Посмотрю, может, какие тут места. И ни на что не намекаю, но, Владимир, ты на одном континенте с французом. Я его не собираюсь выносить, потому что это опасно для моего здоровья. Ну, у меня плюс 3, у него плюс 5, как бы. И в итоге у него плюс 2, это не так сильно роляет. Ну, это плюс 7. Плюс 7. Откуда плюс 7 взял?
Ему просто эта циферка понравилась. О. Тут этого разведчика кто-то мутузит. Блин, не хочу сюда идти, потому что сюда кто-нибудь из вас. Ты куда-то город будешь ставить под вулкан? И хрен я пройду. Да, вот прям здесь. А еще может быть извержение Кати Килиманджаро, пока я мимо иду, и... Погоди. Умрет. Посел. Хоть даст, так что. Вот тут еще куча территории. Опа. Здравствуй, Алексей. Здравствуй. Сокол. Ясный. Сюда. Кликнул, он прыгнул сюда. Мы, это так я понимаю, лагерь. Далеко довольно-таки находимся. Ну, да. Блин, мне бы теперь, конечно... Ну, вообще, 13 ходов, вижу, это вполне можно в золотой век выйти. Но вот сейчас мне не хочется в лошадь. А, ну это да. Попочка маленькая, попенция такая. Так, наверное, там тебе уже пансионы все разобрали. Хорошие. У меня есть. А нет, богиню урожая оставили. Очень жаль. Возьмем. Мы на одном континенте. Ну, мне тут довольно много чего удалять надо будет. Я думаю, что голландец где-то вот отсюда пришел, поэтому я сюда пойду смотреть. Давайте часов 12 поставим на паузу, я еще раз собак выйду, иначе меня менты потом заберут куда-нибудь. Они после 12 любят мне во дворе кататься. Знаете, наверное, торговца. Успею ли я за 3 хода его поставить? Вот вопрос теперь. Могут ли убить моего варвара? Я не могу, блять. Я думаю, могут. После 12... Если я не вдвоем, то есть лошадь протакует. А ночевать в отделении. О, там рапануи. Отлично. Сурово все, сурово. Так, ну теперь. Московские менты, это сурово, да. Блин, как бы мне так, наверное, тут пока постою. Он меня проатакует, я поменяюсь местами. А там рапануи лагерь берет. А я лагерь не хочу брать. А голландца еще кто-нибудь находил? Нет. Опаньки. Да, вот отсюда будут постоянные набеги варваров, я так понимаю. Как ты, этот римлянин, прошел мимо всех ГГшек? Easy. Ну, может, потому что я не там появился, ты не думал об этом? Нет, ты просто ко мне пришел. А ты, получается, внизу где-то, да, от нас? Не хочу прачника. Блин, так, я не успею, два хода... Да, я внизу. Я... Нет, давайте, знаете, что юнит построю. Я тебя примерно знаю. Я строю караван, и мне его просто некуда отправлять будет еще. У меня еще город не встанет через два хода. Надо каменоломню поменять. Блин, а как-то я так влез. Так, ну сейчас они его не убьют. Угу. Сделаем вот так. И вот так. Руинка. Брать мне ее или не брать? Вот в чем вопрос. Здесь я заберу лагерь. Вообще нет. Это 3 очка. Руинка 2 очка. И 10 ходов
Наверное, можно взять. Так, давайте посмотрим, что тут открывать нам. Орошение, письменность. Или сначала даже письменность можно побыстрее кампусы поставить. Вот тут кампус на плюс 3, этот будет на плюс 5. То есть вот вкуска, если мы сейчас откроем кампусы, а вот тут, ну это, тут будет коммерческий район с гаванью. Обычное дело. Вот о чем я говорил, да? Убили бы, если бы не был ранен, блин, так копейщик. Вот это... Варварский разведчик теперь прыгнул через два холма и захватил поселка. Прикольно. По-моему, это четыре. Еще и опыт получил. Не, давайте мы отойдем от пращника. Ага, вот города Голландии. Так, все еще рано. Все еще рано. Ну давайте воина еще одного. Но лошадь, наверное, сейчас убьется об моего дуболома. Блин. Я отубилась об дуболома Канди. Так, ну хорошо, значит, мы тут город ставим. Отойду от Килиманджаро, полечусь. Тогда сюда засвечивать территорию. Давайте. Торговца. И поселенца. Может, уже удвоенный опыт. Давайте, или оставить пока, ладно, пока оставлю. Даю тут полечусь. Надо, конечно, вниз идти, что-то исследовать, но... Нет пока возможности. Ну что, у меня уже два... Нет, один скаут второго уровня. Пока один скаут второго уровня. Я качаю... Так, Магнуса. Причем Магнуса, наверное, в... Вот в этот город, как ни странно. Тут больше, что можно вырубать. Видите, не получил я никакого очков эпохи, потому что только во втором радиусе, в первом или втором радиусе от чуда. В Ольянтайтамбо. Так, удаляем. Тут лечимся. Вернусь в границы, чтобы быстрее полечиться. Тут ничего вкусного. Понятно, там сплошные... Сплошная зима, и будет оттуда постоянно ко мне варвары приходить. Польша. Грустно. Так, давайте строителей сразу возьмем. И вот мне интересно... А, ничего не открылось письмо. Просто интересно, где тут поставить... Тут варвары меня катают. Кампус. В этом городе.
Но вот тут кампус будет плюс 4. Не, даже плюс 5. Килиманджаро тоже горой считается. Но будут постоянно постоянные извержения. Поэтому можно вот здесь поставить. Тут плюс 3. Как бы этого достаточно. Более того, или даже вот здесь поставить, например. Тут вот какой-то город будет, и тут еще кампус. Ну все. Ой, метель. Что возьмешь? Ты уже все взял. Мог не спрашивать. Мы тут голландцу попробуем перекрыть вход, чтобы он не исследовал ничего. Так, из куска. Слушайте, а дороги тоже извержения ломают, да? Вот, это не в курсе. Ну, торговцев вроде не убивает. Торговцев точно не убивает. Ну, этого я сюда поставлю, а тут будет проведена дорога. Я надеюсь все-таки в темный век выйти. Ну, блин, одно очко это, знаете, очень так, честно говоря, на тоненького. Может, стоило все-таки попытаться в золотой век выйти, а не... Ну, то, что я разведал, тут мало и руинок было, и всего. Не, Килиманджаро отлично для меня стоит. То есть все вот эти мои три города, ну этого я поселенца сюда поведу, будут очень неплохо на Килиманджаре отъедаться. Так, пока постою. Сбегаю тут, гляну. Блин, варваров засиди просто. Тут лечимся. Может купить эти клетки? Выкупить, чтобы росло все безудержно. Так. Ну тут дороже будет стоить, конечно, 45. Ну и вкуска пока нету смысла. Хотя вот сейчас поселенец... Почему вулкану только плюс 2 кампуса? А, слушайте, я хотел проверить кампус. А, не работает Килиманджаро на кампус. Ну, значит, тем более нету смысла. Как бы ради плюс одного, чтобы постоянно чинить его, нету смысла. То есть здесь надо кампус ставить. А и тут где-то город мы поставим. Я и шага не делал поселенцам. Вот здесь где-то. Не, наверное, здесь даже кампус я буду ставить, а и тут город, например, вот тут, и тут кампус, вот так. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!